Да не, на самом деле, Фан Гурамович, скажи, вот я вот угадал сегодня. Если я на установке сказал, что понятно, что у тебя там два крайка сегодня выбыло, там, да, что у нас сейчас будут немножко столбами вскрывать. Там, я вот только единственное по разминке смотрел, что у тебя две пятерки разминаются, и оба столба в одной пятерке. Я думал, что, может быть, ты будешь... А, ты на это обращал внимание, да? Ну, это же такой вариант разминочный, я да, всегда, не всегда... Я всегда на разминке смотрю на команду соперника, да. Таких сочетаний. Не, это нормально, но не всегда мы там можем... Ну, сочетания, они в разминочные... период, они могут меняться, и то есть я выводы такие глобальные лучше не делать, наверное. Хотя есть определенные вещи, которые тоже на разминке уделяем внимание. Но в целом, я думаю, что так, если брать, вот, ты угадал два дня, потому что вчера вот мы говорили, что да, по счету вели, игру контролировали, но я вот во время игры чувствовал, что вот когда соперник смирился с результатом, и этого ощущения не было, они продолжали, и можно сейчас говорить, что верили в победу, это все, конечно, такие громкие слова, но в любом случае они не развалились, не играли в авантюру, твои игроки, и вот это все, вот забитые мячи, а потом уже история нашего вида спорта, там миллион таких случаев, когда... переворачивается за счет энергетики, за счет дисбаланса, хаоса у команды, которая ведет даже в 2-3 мяча. И это с нами случилось вчера. Что-то говорить. Провал был буквально там с 16-й минуты второго тайма до 18-й. Вот эти 2,5 минуты, вот все перевернулось. Мелочей нет, поэтому я думаю, что два дня было стратегически. Я считаю, что правильно против КПРФ играла твоя команда. Сегодня вскрывать эту оборону, вот все-таки она компактная, она подразумевает определенные вещи, которые нужно терпеливо атакующей команде проявлять. Мы, в принципе, это делали в первом тайме, но не доводили. Было несколько моментов, когда... Сегодня? Ну да, когда вот особенно индивидуальные действия наши, они были эффективны, когда мы, в принципе, продавливали, около ворот там было жарко. Но 0-0 отражает то, что, я думаю, вообще в игре было, что и у «Кристалла» тоже были те моменты, которые могли быть голами, превратиться в голы, и это все могло быть сложнее для нас. Но в любом случае. Но единственное у меня к тебе это, конечно, претензия личная. У меня недавно был юбилей. Мы с тобой там стояли вдвоем, если ты помнишь. И твой разговор, я помню. Если ты помнишь. Но там был у нас такой разговор, что вот кто играет с пятым полевым, с вратарем, давай будем играть 4-4. Что-то за две игры я не увидел игру 4-4. Я видел игру 5-4. Слышишь, я не в обиду, да? Это не в обиду Дубу, а что он научился с ногами играть в «Кристалле». Да, но видишь, это тоже, может быть, ты готовил, я не ожидал, это здорово, молодцы, что нет, это не то, применили что... эту систему и эту форму игры. Это нет, это не форма игры, Гурамович. На самом деле это все равно идет от психологии. Все равно люди, когда, ну, очень боязнь ошибки большая. Хотя я это видел с ЛКС в большом количестве. И думаю, неужели все-таки «Кристалл» сейчас будет с нами также играть. И получилось, что применили, оправдало. Вот так, если брать общие результаты. Боязнь ошибки. Вот есть люди, ты же понимаешь, что тот же «Сокол» не боится ошибиться, он там где-то лезет. А вот... Имеешь в виду боязнь ошибиться, ну, вот он... игры 4-4? Да, 4-4. У нас просто я понимаю, о чем, да, почему, там, и, при... да, почему, да, и применяли вратаря, правильно? Ну, поэтому, да, может... Не, я почему говорю, мы с тобой договорились играть 4-4. Да не, ну так-то. А нет, сегодня, когда Дуб побежал, конечно, во втором тайме, то до штрафной добежал, но это было бы вообще феерично, если бы он... Не, ну мы вчера, в принципе, и наказали, можно сказать, да, за подключение. Ну сегодня мы должны были первым тайме наказать. Да, да, точно. Салах, чтобы зашел. Да, когда Салах, да. Не, ну это такая игра, которой... Я вот вообще сторонник дозированно это все применять, и применять по необходимости. Все-таки, я думаю, прелесть нашей игры... Что за баллонков не играл вчера? Вчера за баллонков почему не играл? Ну, есть определенные параметры. И здесь просто тренерское решение, да? Да, и здесь, знаешь, как к нему претензии, и остальные мы не... Мы все сейчас находимся в какой-то таком состоянии, когда технико-тактические показатели каждого из них ниже того, что они вообще индивидуально, каждый из них представляет. И это наше основное переживание, чтобы вот это все поднимать и потом превратить в коллективное действие. Я здесь вот
самое большое переживание в этом, что у каждого из них больше есть ресурса, чтобы себя показать и это все превратить в результат. Просто когда психологическое вот это давление того, что нет результата, мы там, ну, можно сказать, не выигрываем. И идет вот такой момент, очень сложный. Но это процесс, я думаю, процесс любой команды, которая переживает сложный период. И здесь единственное, наверное, отношение внутри себя каждого, если будет меняться, и потом это накладывается на мастерство, то можно исправить. Потому что я уверен, что ни одному из них, вот игроков я имею в виду, естественно, нас, руководителей, что закончившийся вечер после игры вот, расстроенными никому не хочется. И это уже в большом количестве произошло в этом, ну, пока до этого момента. И хочется, конечно, исправлять и улучшать. Рамыч, ты кого в сборную ты возьмешь с моей команды? С твоей командой? Я думаю, что зависит... Вот подобный тебе проиграл сегодня, может его взять на 0, да, на 0 сыграл. А он и есть в списке таком расширенном, можно сказать. Он же... В принципе, он там уже 20 лет там уже. Да, 20 лет. Действительно, он же игрок, который играет огромный опыт, имеет огромный опыт выступлений и достижений всего. Поэтому опыт вратаря это только в помощь. А у него опыт... Когда сбор? Сбор, ну, надеюсь, в декабре. В декабре? Готовиться будем к Ирану. Надеюсь, что все это состоится. Состоится. Да. А так. По этим двум играм, я думаю, что несколько кандидатов. У тебя сейчас Асадова нельзя брать, Алькина возьми, он на него наступил, скажи, все. Наступил на него. Вместо тебя Алькин теперь поедет. Но он говорит, мимо проходил, случайно нога. Ладно. Ну да, такой. Сам себе, пусть сам с собой же. Нет, должно быть, конечно, уважение. Мы не должны заходить за какие-то грани всего. Это всех касается. И когда... Есть какие-то моменты, ну, уважение надо проявлять. Конечно, футбол так сегодня эмоции в одну, в другую сторону, но нельзя терять самообладание никому, да, ни одной команде, потому что все мы в нашем любимом деле и должны вот как раз отношениями, уважением друг другу помогать. И кто выиграет, тот и выиграет. Это уже другая история. Все, у вас кто следующий? Сибиряк? Следующий нет, Норильский Никель. У нас же... Как, и у нас на риске Никель. Ну вот смотри, у нас же пропущенный тур. Да, пропущенный тур. Вот в эту паузу. Не паузу, а в кубковую неделю мы будем играть. С Никелем, да? С Никелем. О, ну это тогда будет легче их разбирать, а то у меня все игры, все соперники передо мной играют с новой генерацией. Ну это обычно такая история, что мы играем после ЛКС все время. Там, ну после новой генерации очень тяжело разбирать соперника, потому что там специфический футбол все равно. Там, ну да. Там очень специфический. Там, все равно под новую генерацию все подстраиваются по-другому. По-другому. Меняют свой стиль. Генерация играет. Там, ну, футбол, который годами, да, у них там. Да, и поэтому. Я думаю, что ну, такой чемпионат у нас непредсказуемый. Сейчас хороший стол. 12 команд мне да, еще да, нравится. Да, непросто, непросто. И знаешь, что, ну, мое наблюдение еще в том, что команды, которые вроде бы ограничены в качестве, да, и в количестве, ну, таких игроков, которые, можно сказать, являются там таким, ну, заметными, эти 20 минут таким командам пошло на пользу. Почему? Потому что за 20 минут все-таки ощущение того, что вот сосредоточенная команда, которая она заточена вот в данный момент там, ну, там забить, там потом обороняться, играть в той форме, где вот максимально они могут выжимать, а команда, у которой есть вроде бы большой ресурс, там ведение игры, систем, там такого, вот они еще, я думаю, имеют эту проблему, мы имеем, я думаю, эту проблему на данный момент, что будет там 21 минута, 22 минута, потому что эти 5 минут каждый раз, если посчитать вот так просто математику, мы за две игры потеряли 20 минут футбола. Правильно? Ну, у нас вчера три тайма было. Два тайма футбола и один просмотр у нас тайм был. 20 минут просмотра. Это да, кстати, да, это да. Но в любом случае эти 5 минут, которые... В прошлых сезонах решали, и очень много игр, например, наша статистика, что мы после 20-й минуты очень много дел доделывали. К сожалению, этого нет, и с командой идет общение, и все, наверное,
в этом сезоне и дальше, да, потому что 20 минут – это международный стандарт, и надо быть сконцентрированным, мобилизованным, качественным именно вот в эти 20 минут, потому что дальше времени нет. А вот как раз вот этот переходный период, может быть, сказывается на многие команды пока негативно. Вот, ну, я вот свою команду в данный момент вот так ощущаю, что у нас как будто еще есть время, еще есть ресурс, а нет, время заканчивается. Вот даже сегодня там, да, понятно, что игра шла, вот, можно сказать, догола, но вот смотришь, там, 15-я минута, 16-я минута, все, дальше времени нет. Там, попытались мы играть там с пятым полевым, потому что хотели победить. Но в любом случае, а перестроение пока идет. Не боялся, что у тебя с пятым полевым там без осадов, это понятно, что что-то новое, там все равно это какой-то риск. У меня была на самом деле мысль тоже пофиг рискнуть, на самом деле. И тоже сыграть. Пойти в прессинг против вас пятерых. А, против пятерых. Против, да, пятерых пойти в прессинг, да. И как бы, потому что понятно, что нету Инара, да, и так немножечко все. Другая история. Понятно, тогда, что да. Игроки, которые, например, с пятым полевым имеют качество, у нас их не хватало, левой ноги ни одной не было, да, у нас есть Багиров, Асадов, люди, которые все-таки вот, если в контексте 5-4, очень много могут создать креативного и опасного для соперника, но в любом случае мы применили это для победы и пытались все-таки, ну, образно говоря, играть по периметру и максимально дисциплинированно. У нас было два момента, я считаю, что Один на один вышел Крыкун, да, там кто вышел, один на один. Не-не-не, я имею в виду при игре 5-4. 5-4, вот этот момент, когда дальний прострелили, там, конечно, прочитали. И вот когда с блоком, да, Майя свалился, Дима Лысков поставил блок, и там, конечно, мастерство подобного просто. Ну, когда он штангу перевел, да? Да, да, я вот этот момент включил. Должен он убивать хоть когда-то. Я думаю, что в этом сезоне он один из лучших по показателям. Да, он вообще в порядке. Да, он в порядке, у него какой-то баланс. Да, он как бы, я не знаю, это же такой момент, что когда игрок ловит свой ритм, ту волну, где он чувствует себя максимально хорошо, вот как раз этот сезон для него, как бы, пока, к счастью для Кристалла. Грамотчик. И не к счастью другим командам, он очень хорошо показывает. И набранные очки в этом и я тебя отпущу, скажу, что второй круг. Мы играем после моего дня рождения. Ты ко мне приедешь? Я тебя подготовлю. Ты меня сейчас на юбилей подготовил, да, я понял, да. Но я постараюсь Алаверды тебе вернуть, на твое день рождения тебя подготовить и потом принять в домашних условиях. Соответственно. Я думаю, что все будет хорошо. Да, я все равно огромное уважение, Владимирчик, тебе, к твоей работе, к твоей команде, к городу, потому что я всегда вдохновляюсь, когда приезжаю в Санкт-Петербург, здесь большая история, люди адекватные и интересно общаться, даже вне футбола, поэтому я с удовольствием сюда еду всегда, и меня это вдохновляет. Конечно, хочется в любом городе приезжать и побеждать, то, что нам не удалось, но в любом случае, слава богу, что все это состоялось, я думаю, людям мы подарили. Не удалось, ты выиграл же сегодня? Выиграл. 2-1. Да. Хорошо. Будем считать. Ты знаешь, мне как обидно, мне пишут, у тебя 7 поражений подряд. Я говорю, как же 7 поражений, если 3 ничьи и 4 поражения. Там, если вот раньше посчиталось, вот да, по пенальти проиграл. Проиграл, да. Сейчас опять, а у меня 7 поражений. Ну, я понял. Вот, в любом случае, Владимирович, я считаю, я вот вчера говорил, что если два последних сезона сравнить, вы получили то, что было в том году, это опыт, это понимание, это уровень, и в этом сезоне по-другому. И хочу пожелать удачи, чтобы в плей-офф. Я бы не пожелал бы себе встретиться с вами в плей-офф, туда надо нам попасть. Кстати. Третье место не занимайте, мы шестое займем регулярно, поэтому думай. То есть либо второе, в первой фазе не встречаемся, договорились. Ну, если вылететь не хочешь? Ну да, не хочу. Все, ладно, Грамович, давай. Давай, мой друг, спасибо тебе за все. Спасибо. Спасибо. У меня аллергия на голубику. Трушка, тренер сборной России. Руки не буду мыть теперь. А рот?
Спасибо. Мы снимаем свою версию. Да, да. Да, хорошей дороги. Ром, а почему ты покраснел? Скажи, это самое стыдное, что было в твоей жизни? Лучшая работа на земле.